Всем привет! С вами Димас Гейм. И сегодня... Ай, блин! Твою мать. И сегодня мне... Я вам покажу свою игровую приставку в CodeEndy. И это скажу, как ее подсоединять, кто не такой уж у вас не битник, но все же хочет себе купить такую вот четкую приставочку. Получил письмо от фонда. Думаю, я вот это уберу. Семьи генерального прокурора. Об этом заявила спикер Верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. По ее словам, документы по расследованию. Это моя комната. Юрия Чайки будет изучать. Короче, я выключу пока телефон. И, короче, еще работает на вот этом генераторе. Ну, это генератор, не самое важное. Самое важное же у нас кассета с играми. Без кассеты генератор не будет генерировать все на вашем телевизоре. Ну, вместе с этим чудом входит также два джойстика, чтобы играть с друзьями, ну, с другом. Пистолет и USB-провод. Но USB-провод я вам показывать не буду. Его и так хрен размотаешь. Найдешь, конечно, хрен тоже. А, вот он, USB-провод. И, конечно же, инструкция. Ну, я сегодня буду вам говорить же, как подключить эту. Вот для начала нам нужно вставить кассету. Для этого... Мы просто, если мы хотим вытащить ее, просто вот так вот сделали, попросили друга снять кассету. И да, и чтобы ее включить, не надо вот так вот тоже делать, а надо просто ее воткнуть. Для того, чтобы генератор включался, понадобится вот этот рычажок. Для того, чтобы выключить игру, вот этот квадрат. Да. USB-провод-то ни для чего не нужен. Ну, конечно, с помощью... Тут еще надо разобраться, как же нужно подключать. И я вам покажу без инструкции. Я уже подключил. Для этого... Ой, блин. Надо включить свет. Все, включился вот. Доказательство. И для этого белый провод нужно подсоединить в нижнюю часть вашего телевизора, а желтую верхнюю часть подключалки. И, конечно, перед вот этим вот фигнем нужно подключить желтый вот в эту полосу, белый сюда нужно подключить и черный сюда. Кстати, видео может и не выйти прямо когда я его снимал. Три, потому что я качалку через час иду. Как-то неохота видео сейчас выложить. Ну да. Вот. Ну и, конечно, после этого, перед уже вот этим, перед проводами, ну, туда нужно с помощью вот этих проводов, там еще встроен вот такой вот фигнюшку. Блин, горячий. И его нужно подключать сюда. В розетку. Ну, далее нужно включить видео 2. Так, давайте включим видео 2. Так. Так, готовлю. Ну, может, орать будет. Вопрос. Если... Так, вот видео 2. Как видите, написано видео 2. И нужно потянуть вот этот рычажок. И, как видите, зарегенерировалось... Зарегенерировался экран, на котором можно выбирать всякие игры. Ну, сразу говорю, второй джойстик не может выбирать игры, так что лучше по очереди с другом быть первым на 8-битных приставках. Так, ну все же, давайте выключим. Так, сейчас может быть отдирать. Аня.
И вот, заново включу видео один. Что ж, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, всем пока-пока!